Всем привет! Сегодня будем готовить карпа на мангале. У нас килограммовый карп, две луковицы, лимон, соль, перец и домашний томат. Начнем с разделки карпа. Отрезаем голову, также отрезаем хвостик. Может, не нужно будет. Оставим на уху. Карп нарезаем стейками. Обязательно отрезаем все хвосты, плавники. У меня карп уже был заблаговременно очищен. Теперь вот эти наши стейки нужно будет поделить еще пополам. Карпика мы разделали, теперь берем лук, нарезаем его на полукольца. Для нашего килограммового карпика я взял две средние луковицы. Так, теперь лук добавляем карпику, предварительно его весь выжимаем. Хорошенько, лук хорошенько помяли. Чтобы он пустил сок. Теперь все это нужно нам посолить. Естественно, добавим перца. Теперь нам нужно добавить сюда лимон. Пополам его разрезали и сюда же выдавили. Настала очередь нашего домашнего томатного сока. На литр нам нужно будет примерно пол-литра сока. Все это хорошенько перемешиваем. Томатный сок размягчит мясо рыбы. Перемешали. Мяско все утопили. И пока разжигается наш мангал, оставляем мариноваться. Наверное, минут 30-40. Этого достаточно. Ставим наш многоуважаемый набор. Сейчас будем нанизывать рыбу. Пока мы нанизываем рыбу, мини-рубрика. Для чего в рыбу добавлять лимон? Напишите обязательно в комментариях. И нужно ли ее вообще туда добавлять? Напоминаю, рыба у нас мариновалась около 40 минут. Нашу рыбу. Смотрите, рыба готовится очень быстро, поэтому только успевайте крутить ее. Рыба просто обалденная. Готовая. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, присылайте ваши рецепты. До скорых встреч!